Приветик всем, снимаю видео о покупках в магазине Еврошоп. Купила я вот такие мягкие вешалки. У меня их дома большое количество, но как-то почему-то так получается, что много их никогда не бывает. Обожаю вешать и всякие там топики, и футболочки, которые вот готовые уже к выходу. Я обычно, знаете, как стираю и сразу все глажу и развешиваю уже, чтобы не гладить непосредственно перед тем, как одевать, чтобы было все заранее готово. Поэтому вот мне нравится уже вот поглаженные вещи развешивать на такие вешалочки. Стоили, я даже не помню, они сколько? По-моему, 69 рублей, если я ничего не путаю. Это сарма или сарма, не знаю, как правильно говорить, чистящий гель для ванн и раковин. Когда-то давно в каком-то видео я подслушала и подсмотрела вот это средство о том, что оно изумительно чистит раковины и ванны, и как-то забылось это, а потом уже мне мама, в общем, сказала, что суперэффективная эта вещь, и чистит она без всяких проблем, и поэтому это уже стало у нас такое средство массового употребления, оно должно быть всегда дома. Разные есть модификации вот этого дела, антиржавчина, там это, по-моему, антибактериально идет, есть еще антиржавчина и универсальный вариант. В общем, все беру, 69 рублей, хорошая цена, просто было по дороге, заодно купила. Когда-то в Фикспрайсе были вот такие пакеты с замком для хранения вещей. Но я уже давно их не вижу, 100 лет как. Но вот появились в Еврошоп, я купила. Хорошая, в общем-то, вещь. Я не могу сказать, что уж так уж удобно в них все хранить. Скорее, это пакеты удобные, знаете, такой дешевый вариант для поездок. Потому что все специальные косметички, какие-то органайзеры, все стоит это очень дорого. Я понимаю, что на Алиэкспресс, конечно, можно заказать, но вот если смотреть московские интернет-магазины, все это очень дорого. Вот это вот намного дешевле, как одноразовый вариант. Ну, если вы, конечно, не часто ездите, очень удобно все это дело утрамбовывать. Я имею в виду белье, футболки, ну, какие-то такие вот вещи, там, домашние штанишки. То, что можно смять, это вот, конечно, да, вариант. Ну и плюс удобно даже в такие пакеты, на самом деле, не настолько плотные, что это самый лучший вариант косметички для вот таких вот этих продуктов, как шампунь, гели для душа. Неважно, большой у вас формат или от Леванты, особенно если от Леванты, потому что полиэтилен очень плотный, воздух весь оттуда лишний выдавили, закрыли эту застежку, она очень плотная, и если там все прольется, то останется в этом пакете. Это гораздо лучше, чем заматывать как-то все это отдельно. Косметички тоже протекают. Вот это гораздо лучший вариант, поэтому я взяла, в общем-то, считаю, что это очень даже необходимая вещь в доме. Увидела вот такую вот вещь, это мини-пылесос USB. Эта штука, я так понимаю, для чистки клавиатуры, ну и все, что связано с компом. Когда я увидела, я поняла, что мне вещь, это просто жесть как нужна. И, скорее всего, я пойду еще куплю, потому что мама тоже такую вещь хочет, и мама мужа говорит, почему нам не купила, что это вообще такое. Вот, так что опробуем, если он действительно работает, то, в общем, купим еще. 69 рублей, это полезная штука. Еще из хозяйственных мелочей я купила две тряпочки, просто сногсшибательных оттенков, вот такой нежно-салатовый, тряпка из микрофибры и вот такая вот розовая. Кстати, несмотря на то, что цена там 69 рублей заявлена, там цены очень разные. И плюс еще на многие товары бывают распродажи, там минус 50%, это значит товар, который стоил 69 рублей, он будет, соответственно, стоить там 34-50, условно говоря. Я взяла для протирки монитора, в общем, этого телевизора. Мне очень понравился цвет, я люблю вот все такое вот плюшевое, вот таких вот оттенков. Все это прям такое милое, девчачье. Вот, и приобрела. Купила я себе книжку. Это Татьяна Веденская «Как женить слона». У меня был, как-то я покупала, в общем, книгу в лабиринте этого автора, назывался «На апрельский кот». Мне произведение, в принципе, понравилось. Мне понравилось, как пишет автор. Этот апрельский кот стоил не 3 рубля, а, в общем, ну, гораздо дороже, чем 69 рублей. И я подумала, что другое произведение я попробую, в общем, приобрету, потому что
пишет неплохо, и цена очень хорошая. Да, в общем, купила эту книжечку. Маска от Вилента, увлажняющая для лица с белой глиной и защитным комплексом масел. Очищает, увлажняет, придает упругость. Тоже 69 рублей она стоила, 75 мл объем. Я не могу сказать, что я такого высокого мнения о марке Вилента. Не так уж много я что пробовала. Но почему-то захотелось попробовать. Не знаю, вот понравилась она мне. Так, на внешний вид я ее и приобрела. Еще одна хозяйственная покупка, это вот такой ковшичек, якобы с мерными вот этими делениями, весьма странными, потому что здесь пинты. Да, здесь как-то вот ни о чем. У меня есть замечательный, не знаю, как это назвать, кувшинчик, наверное, с огромным количеством вот этих вот мерных делений. И с этой точки зрения мне это вообще не интересно. Для чего же я тогда ее купила? Мне нужна леечка для комнатных растений. Я уже, наверное, года полтора пытаюсь купить лейку. Лейки страшные, огромные, железные или какие-то страшные пластиковые, непотребных цветов, с какими-то длинными носами, которые мне даром не нужны, потому что у меня не стоит, как это сказать, армада из 5 рядов горшков, мне не надо куда там никуда тянуться, поэтому мне эти длинные носы вообще ни к чему. Мне нужна максимально малогабаритная лейка. И когда я увидела вот эту вещь, я поняла, вот оно, вот она. Та самая штука, которая мне нужна, поэтому я ее схватила просто вот мур-мур, мяу-мяу и все такое. А что касается съедобного, я не удержалась и купила шоколадку вот такую. Я питаю страсть к шоколадкам, которые вот в коробочке, вот такие вот мини-форматы. И сувенирного плана там, и все такое. Вот мне нравится вот это вот, вот эти картиночки. Мне нравится разворачивать вот эта шоколадка на один раз. И даже несмотря на то, что не всегда бывает уж очень хорошего качества сам по себе шоколад, но вот это вот дело мне очень нравится. И когда я увидела вот такие вот мимимишные картинки, ну ты сфокусируешься, нет? Что-то никак не хочешь. Ну вот так вот. Я поняла, что я хочу эту шоколадку. Вот. Я ее приобрела. Что касается косметики, я очень давно хотела попробовать вот эти маски 7 Days. Но почему-то в магазинах они мне офлайн не встречались, а покупать онлайн в их фирменном магазине там нужно было добирать на бесплатную доставку, и как-то мне не хотелось, тем более, что я разочарованная гелями для душа, которые я попробовала, там пена для ванны, вообще ни о чем. И мне хотелось просто попробовать маски. Причем далеко не все. Их, естественно, 7, поскольку серия называется 7 Days. Я сочла, что мне подходит 3. То есть там, где нет мяты, там, которые не очищающие, не поросуживающие. В общем, я выбрала для себя маску «Легкая среда», которая увлажняет, смягчает и придает коже упругость, с белым чаем и грушей. «Активный четверг» с пионом и черникой успокаивает, питает и увлажняет. И воскресенье с голубой агавой и лотосом выравнивает текстуру кожи, увлажняет, питает, повышает упругость. Оформление, я считаю, просто превосходное, вообще самое красивое из всех тканевых масок, которые мне приходилось встречать. И, конечно, в этот раз я не удержалась и купила в очередной раз вот эту вот корзинку. Я показывала ее как-то в покупках, вот. Это такая корзина с ручками для хранения. Здесь вот есть какой-то ярлычок, на котором это все дело обозначено. Это продукция Еврошопс для хранения с ручками. Указаны какие-то габариты. В общем, замечательная корзинка. Я ее сразу пристроила, как купила. И очень ей довольна. Мне хотелось купить вторую. И поскольку вот я зашла в магазин, думаю, дай-ка я наконец уже куплю себе вторую корзиночку. Безумно меня она радует. Она очень хорошо сделана. Нигде никаких зазубрин. Меня очень радует этот совершенно потрясающий цвет. Вот. И я даже не исключаю вариантов, что, может быть, я и еще куплю. И последнее, что покажу, я себе
купила, это уже повторная игрушка, называется водный тетрис. Одна вот в упаковке желтенькая я взяла, а вторую я открыла, я вам сейчас продемонстрирую, чтобы уже не шуршать. Вот так она выглядит. Здесь две кнопочки, но играть надо, понятное дело, двумя руками, но я вам покажу просто принцип действия. Вот видите, там такой треугольник, и нужно вот эти вот треугольнички уложить по этой схеме. Вот, то есть собрать вот такой вот тетрис. Ну и вот так вот это приблизительно выглядит. То есть вот так вот надо... Сейчас. Он не хочет. А, вот, вертикально же надо, понимаете, и собирать их, вот ловить, чтобы они собрались там. Ну, вот я говорю же, это повторно покупаю это дело, потому что первую я сломала. Но собрать вот этот вот эту форму удавалось пока только моему мужу. Вот, он как-то достаточно легко это делает, а да, у меня только получается ругаться матом, когда я играю в эту штуку, но я все-таки не оставляю надежды. Ну, вот такие вот были мои покупки в магазине Еврошоп. Я считаю, что это ничем не хуже фикс-прайс и магазин. Здесь тоже можно найти очень много интересных вещей. Вполне возможно из-за того, что там выше цена, там намного чище, светлее, там работают кондиционеры, там больше места, там нет толкучки. Ну и, конечно, встречаются, бывают более интересные товары. Хотя, конечно, и всякой ерунды там тоже хватает. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо, всем пока-пока.